Я тут буду повторяться. Самое главное — это разнообразие еды, а не ее количество. То есть лисы, им нужно больше мяса, чем собакам. Но самое главное — это разнообразие еды. Я бы не рекомендовал никому сухой корм и вообще кормить сухим кормом животных. Но сейчас достаточно большое количество разного мясного продукта продается для животных. То есть это курица, утка, имеется в виду не как бы цельные курицы и утки, а продаются остатки. Вот, и если чередовать данные продукты с рыбой и дополнять их кашей гречневой, например, то очень хорошо получается. Вот, то есть даете сначала один продукт, потом переключаетесь там через 3-4 дня, когда он закончится, на другой, потом на третий, на четвертый, и так идете. Плюс какие-то там раз в неделю, раз в две недели даете рыбу, потому что рыба тоже необходима. И вот такое чередование продуктов дает возможность как бы животному чувствовать себя хорошо, у него хорошо растет шерсть, и оно не болеет. Дополнительно я добавляю, ну, людям советую, добавлять в рацион льняное масло, там омега-3, и, соответственно, если я не ошибаюсь, омега-3, а то сейчас меня заплюют в комментариях, и она очень положительно сказывается, то есть это по столовой ложке. Ну и даю животным еще, там, например, орехи. Вот, Алиса орехи очень любит. Большое количество еды давать не надо, потому что животное их ныкает. А если вы в квартире завели такую красоту, то она их будет ныкать в квартире, в цветы, в диваны и во все остальное. Сейчас вы видите как раз процесс ныкания, точнее вы его не видите, потому что Алиса находится за деревом. Вот, вот она сейчас будет закапывать, потому что я ей на самом деле уже дал еду. Ну, белки порадуются. Вот, все, закопала, идет за новой порцией. То есть принципиально животному не так много надо еды, вот, как потом она захочет заныкать. Смотри, что у меня есть. Будешь еще на меня шипеть? А? Или так возьми? Нет, не будешь? И вот такой квест каждый день. Точнее, не каждый день, каждый час. Какой день? Надо зарыть, потом перепрятать, потом еще раз зарыть. То есть выкопать и перепрятать. И это постоянно. Осеннее состояние. Ну, а Макс тут лежит и делает вид, что его это не касается. Потом он просто потихоньку пойдет, когда никого не будет, найдет. И... О, девочка, да ты ешь. То есть до этого ты 3 куска спрятала, а этот теперь решила съесть. Такая злая. Ой-ой-ой. Попробуйте ее сейчас погладить. Все, трындец. Не будет руки прям до ноги. Ой. Да-да-да, пошли гулять. Ваше игрейшество. Кто говорит, что лиса худеет, да, действительно, она худеет. У нее и шерсти становится меньше, и жирок с боков пропадает. А еще она становится очень игривой. Даже играется с Максом и с Белым. Молодец. Довольная веселая морда. Пошли. Пойдем.
Алиса. Та-дам! Давай сюда. Еще любит за ноги покусать. Ух-ух-ух. А если я, например, вообще падаю на землю, то это будет сразу. Ну давай, залезай. Сразу залезает. О, ей надо быть выше. Нет, не хочешь? Нет, залезать не хочет, хочет побороть. Ну и, конечно, все ее. То есть любая моя попытка. Вот, например, взять гирю. Оп, сразу. Чья гиря? Это все ее. Удивительно. Видите, стоят ведра. Я уже, наверное, говорил. Если взять, например, налить 3 ведра воды, то Алисе надо подойти и попить из всех 3 ведер воды. То есть не из одного, а именно из 3. Это принципиальный момент. Вот такой утренний расслабон. Спать. Да вот это лучший вариант, то есть это вот в лисьей природе. Так быть рядом, но вот отвернуться и не отсвечивать. То есть я тут сама по себе, но вот рядом просто поваляюсь, но сама по себе. Тогда у Лиски утро. Где-то она под землей была. Раньше не выходила на позывные, не откликалась. Сейчас дверь открыта. Но Алиса все равно в вольере валяется. Никого к себе, в принципе, не ждет. Здрасте. Как дела? Вчера истерика была. Вечером. Макс съел заначки все в одном месте, которые были спрятаны. Истерика была такая, что я думаю, что соседи думали, что тут кого-то убивают. Вот. Крик, гам. А сейчас спокойный бульдозер. Да? Вот это настроение. Ухо. Второе. Как дела? Перенервничала вчера. Ку-ку, Алиса. Это так лисяу просыпается. У нее долгий процесс просыпания. Порядка часа. То есть ей надо посидеть, подумать. Причем, как вы видите, весной это происходит абсолютно без разных звуков, шумов и какого-то дополнительного движения. Она просто лицезреет природу.
Да, Алиса. Явно, чтобы вырастить шубу, надо много еды. Листья, осторожно. Выплевывай. Видите, с годами стало умнее. Теперь куски мяса в этом, как его, в песке не закапывает. Пришла аккуратно на камешке, где только листья. И здесь трапезу проводит. Вот так растет шуба. Так что принципиально пробуйте. То есть стандартный рацион. Мясо можно сырое, можно сваренное с гречневой кашей. Туда добавляется время от времени, например, сырое яйцо магазинное. Если яйца не магазинные, то лучше их варить. Вот. Добавляется ложка льняного масла, и это кормежка. На лакомство иногда можно давать просто мясо отдельно. Все достаточно просто. А так, в принципе, лисички, они всеядные, они едят все. Видите, тот орех лежит в углу, а этот пошла прятать в другое место. Даже ягоды, то есть если был бы, например, ей было бы голодно, то вот эти все ягоды с этого куста она бы точно бы съела. Так что никаких проблем в этом нету. На этом все. Всем счастливо. Да, такой дождливый день. Лучше, чем другим заниматься.